столовой администрации, которая находится на площади Трёхглавого Шатрока, вот таким всем присутствием здесь. Так, а хочу видеть, у нас уже начинает свою попытку. Правда, на стол, хорошо, динамично. Энергичный попытчик началась, а потом, походу, все силы вложила в фронтрайв первый трюк, она тренировала, если он чуть-чуть не хватило. Это нехорошо, это нехорошо, но это не может привести к победе. А вот не это прямой, это маленький фигур, который получит из форма для игры, вполне можно брать по игре. Набивали бои, и может быть было, и был совсем как быстро на ключинике. Сразу же все почти собрал, выложили, все свои трюки, не так 10 секунд, больше 10 секунд не остается. Все легко проходит, практически сделал. Так, давайте все последние силы в кулак собрал и на ближайшие трюки кинул. Это кто же будет решающий трюк? В исполнении в Дюзнице, это 363, может быть, на 3, может быть, на 3, не знаю, не знаю. Так, следующий раунд категории новички Романец Володимир. Так, так,